Давайте мы поблагодарим Господа за то, что Он дал нам Тору. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, подаривший нам дыхание жизни и давший свое Слово. Благословен Ты, Иешуа, живое Слово, ставшее плотью. Мы благодарим Тебя, что через познание, через изучение Слова мы можем познавать Твои глубины, Твой характер и быть благодарными Тебе за все. Аминь. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о главе, которая называется Ваешев. Ваешев означает «и поселился». Это Бытие, 37 глава, с 1 стиха. Итак, эта глава рассказывает о жизни, я буду немножко ерничать, и приключениях Иосифа Прекрасного. Вы знаете, кто такой Иосиф Прекрасный? Вы не знаете, кто такой Иосиф Прекрасный? Это Иосиф, сын Якова, который был в Израиле. Итак, это история о том, как братья продали своего брата, продали брата в Египет, он попал в дом Потифара и начал толковать сны. Итак, мы начинаем историю о Иосифе. Ну, действительно, его называют Иосиф Прекрасный по еврейской традиции. И вы знаете, изучая вообще жизнь Иосифа, я начал, перечитывая эту недельную главу, я обратил внимание на некоторые такие интересные нюансы, которые, может быть, по-новому заставят нас взглянуть на эту уже извечную историю. Мне вот только есть несколько вопросов, я буду задавать вопросы, вы мне будете отвечать. Итак, скажите мне, пожалуйста, кому продали братья Иосифа? Исмаильтян. Они продали его кому? Египтян. В дом Потифара, который был царедворец. Кстати, немножко изменю, что он не был царедворцем, там написано слово, которое означает евнух. Он был евнухом. Да, я тоже удивился, евнух и его жена. Но это другая история, мы поговорим о ней в другой раз. Но смысл в том, что он был царедворцем, начальником, телохранителем. А куда продали, потом посадили Иосифа после того, когда он показал, облик руссо-туриста, облик морали? В темницу. А где находилась темница? В доме Потифара. Детектив какой-то получается. А когда посадили виночерпие и хлебодар, у меня вопрос возникает. Кто приставил Иосифа к этим людям служить? Потифар. Ну, как посмотришь, не недельная глава, а какой-то детектив, какая-то мыльная опера. И ты начинаешь понимать, что на самом-то деле, чем больше мы изучаем Писание, мы видим ее с разных сторон. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили, разобрали не просто Иосифа, не просто его приключения, хотя я не могу назвать это приключениями, то, что довелось пройти этому молодому человеку. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на разочарование. Скажите, в этом зале есть люди, которые разочаровывались в жизни? Не стесняйтесь, я первый. И причем по 4 раза в день. Послушайте. Разочарование. Если посмотреть на жизнь Иосифа, это жизнь пошлого разочарования. Мы видим конечный результат. Мы видим, что Иосиф сидит во главе Египта, к нему приходят братья, они ему поклоняются, и он говорит: братья, Бог поместил меня сюда, чтобы спасти вас. А теперь посмотрите на жизнь этого молодого человека. Иосиф, рождение Иосифа уникально. Вы знаете, кто его мама? Его мама – это? Правильно. Это Рахиль. И она не могла защитить ребенка. Но наступило чудо, и она родила мальчика. Это был любимый сын, потому что это был сын от любимой женщины. Вы представляете себе? И вот рождается этот молодой человек, и папа его любит, он надевает его в красивые одежды. А он ходит, еще у него и дар великий. Он видит сны, он может толковать сны.
слушайте, жизнь удалась. И он наступает момент, его братья просто хотят убить. Бросают его в яму. Вы знаете, я подумал о том, что мы никогда, мы читаем эти все моменты, взяли братья, связали его, бросили в яму, потом вынули, продали, ну вот так. Оп, а что было в яме? Что происходило с этим мальчиком в яме? 17 лет мальчику. Любимец, любимец. Йося прекрасный, Йосенька. Йосенька, которого папа любит. Йосенька, которого папа покупает лучшую одежду. Йосенька хороший мальчик. Мальчик сидит в яме, он понимает, что все. Я не знаю, что он переживал на узле. Но это как-то похоже, знаете, вот как на Ионова чреве кита. Это похоже, как на водное погружение, когда он умирает. Когда мы погружаемся в воду и умираем для чего-то. И вот эта гордость этого мальчика, она умирает именно в этой яме. Потому что что происходит? Он приходит перед этим, он получает два великих сна. Он приходит и говорит, послушайте, вы будете мне кланяться. Ну, он говорит, сон, и братья такие, я понимаю, как он мне сказал, что они сказали, ты что, будешь над нами царствовать? Происходит дальше. Он говорит отцу, и отец говорит, как это мы своей матери будем поклоняться тебе? Вы понимаете, да? То есть я не думаю, что он это говорил так, ты знаешь, папочка, мне был такой сон. Он просто выходил и говорит, папа, слушай, у меня сон был такой, вот и я, вот небо это, и поклонились все. Вы понимаете? У мальчика была гордость. И это мешало Божьему плану воплотиться в жизнь. Потому что само рождение Иосифа, это было предначертано Богом. Бог хотел совершить великое через этого молодого человека. В нашей жизни происходят вполне возможные вещи. У нас есть дары. Бог дает нам дары, но у нас нет характера. У нас нет характера. Вы понимаете? И Богу понадобилось сделать что-то с Иосифом, чтобы его характер изменился. Он разочаровался. И для одних людей разочарование – это, знаете, что-то такое, что все. Как? Это никогда не произойдет. Все. Я больше не могу так жить. Я больше не буду этого делать. Да, я молился, я столько молился, я проповедовал. А теперь что мне делать? Все, я не буду больше этого делать. Не хотели? Я бы для вас нужен счастье. И трагизм. Трагизм такой. По жизни большой трагизм. Иосиф сидит в яме. И он вспоминает это все. Очень важно понять, что он сидит. Это не просто шутки. Братья. И он слышит, как братья решают его убить. Я не знаю, как там, там не обсуждается, давай мы его там прирежем. Он говорит, давайте мы его убьем. Родные братья. Вы представляете, что происходит с мальчиком? Тут иногда нам кто-то скажет, про тебя сказали, что ты, у тебя уши большие. Ой, уши большие. А здесь страшно. И он понимает, что это не игры, это не шутки. Я думаю, что в тот момент, когда Иосиф был в яме, с ним произошло то, что мы называем рождение свыше. Он изменился. Он смирился перед Богом. То, что произошло с Ионой. И что пойдет, и что произошло дальше? Его продали в дом фараона, в дом царедворца, человека, который был вхож в элиту. И вроде бы хорошо, вот опять, вот Божье благоволение. Вот оно, все, ну ладно, был он пастухом. Его выкинули, предали, ладно, все, забыли это, будем идти новые достижения. И он достигает. Он становится главным в этом доме. Все принадлежит ему, все. Но наступает момент, когда Бог допускает испытания. Жена Потифара, известная ситуация, ну практически как в этой кинокомедии, там, где Николин играет. Я не виноват, я вам сам пришел. Понимаете? И он оказывается, сказать так, на уровне. Он говорит, что я боюсь Бога, я не могу так поступить. Я уважаю человека, который помог мне, который поднял меня из этой тюрьмы, укрепил меня. И после этого он опять попадает в тюрьму. Послушайте, что с ним, как это так? Опять разочарование?
И опять, там же, он опять поднимает руки. И он приходит этих людей, он толкует им сны, и все происходит. Он говорит, вспомни про меня, когда будешь в доме фараона. Что происходит, не помню. И забыл он о нем разочарование. Послушайте, в жизни каждого из нас есть разочарование. Мы чего-то хотим, а оно не происходит. Мы что-то строим, а оно не получается. Ну, разумно опустить руки и плыть по течению. И сказать, ну все, я уже, извините, это не моя, я старался, я был хорошим человеком. Но вы посмотрите, что произошло с Иосифом. После этой ямы его отношение к жизни вообще поменялось. Если раньше он выходил и говорил, я видел сон, я хочу, я буду, я показываю, я молодец, то теперь он уже по-другому. Он говорит, Бог дал мне, Бог. Он ощутил себя тем, кого Бог призвал служить. Понимаете? Это недельная глава о чудесах, о снах, о видениях. Это то, что ищут иногда люди. Люди ищут сверхъестественного, и они его имеют. Но без характера это сверхъестественное опускает их в яму. Послушайте, с самого начала и задумали, и решили братья убить его. Ну, что, иногда мы не собираемся вместе, не решаем, против кого будем дружить? А? Нет. Нет? Слава Богу, я очень благодарен за вас. Я честно говорю, что бывает такое в моей жизни. Вы знаете, перед Богом, когда мы придем, за каждое нет мы скажем «да». Потому что это мы здесь такие правильные. Но ему понадобилось попасть в яму, чтобы сказать самому себе, я гордый человек, я гордый, я сделал то, что я здесь, это виноват я, а не Бог. И Бог поднял его. Разочарование – это процесс, это инструмент, который приходит в нашу жизнь. Но что будет с нами, когда мы поймем, что это всего лишь инструмент? Помните, Писание говорит, что бегущие на ресталище бегут все, но к финишу приходит один. А еще он говорит очень интересно, что он говорит, что братья, послание к филиппийцам, апостол Шаул пишет, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая знания и простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего знания во Христе Иисусе, Ишуа Мессии. Послушайте, разочарования будут приходить. Извините, такая жизнь. Не все будет то, что мы хотим. Это тоже нормально. Как мы посмотрим на это? Я не получил эту машинку и буду плакать, и теперь всю жизнь буду ходить и мучиться из-за этого. Иосиф не ходил такой замученный всю жизнь и говорил, братья продали меня, все, жизнь не удалась. Он смирился. Он поверил Богу. И он пошел дальше. А что произошло дальше, известно. Мы сидим в этом зале. Потому что Египет попал туда, Израиль попал в Египет, потом он вышел из Египта, потом родился Машиах, умер, воскрес, и теперь мы здесь. Потому что мы веруем в Его, мы веруем в Иешуа. Понимаете? И Иосиф, кажется, что сделал Иосиф? Он просто преодолел это разочарование. Я говорю вам сейчас, может, то, что в вашей жизни есть разочарование. У вас что-то не получается, вы что-то не делаете, то, что хотели бы делать. Послушайте, это пройдет. Забывая задние, простираемся вперед. Из ямы нас выведут, Он выведет нас из ямы. Написано, что Он пришел для чего? Он пришел вывести пленных из темницы, исцелить больных, выпрямить согбенных. Чьим словам поверите вы? Я поверю Слову Господа. Что такое вера? Сидеть на стуле и ждать, когда на тебя упадет благословение с ним? Ну, извините, я не считаю, что это вера. Вера же есть осуществление ожидаемого. А кто должен осуществлять ожидаемое? Мы или непонятно кто? И уверенность в невидимом Боге, который будет делать, помогать нам, который будет изменять наш характер. Когда придет конфликтная ситуация,
Мы уже не будем кричать: «А ты кто такой? Я тебе сейчас дал!» Да, брат. Возможно, я не прав, извини меня. Что надо убрать? Хорошо, хорошо, конечно, слушай, да. А то ж... Я же этот... Сны вижу. И толкую. Убирать — это не моя задача. Братья есть. Правда, папа? Послушайте, приходит время снимать наши одежды красивые. Дары нужны для того, чтобы служить людям. Не всегда будет что-то получаться. Не всегда. Но не стоит опускать руки. Забывая заднее, идти вперед. Мы община, мы семья. Понимаете? А если мы семья, то мы должны не дружить против друг друга, а мы должны, наоборот, любить друг друга. Что произошло потом с братьями Иосифа? Они изменились. Они стали другими. И когда произошел момент с Вениамином, они решили сами все прийти. Ну, они были готовы сами отдать себя в рабство, лишь бы мальчика спасти. Как изменилась ситуация? Вы понимаете? Так что разочарование — это не всегда плохо. И то, что произойдет в вашей жизни, это хорошо. Потому что наступит момент, когда вы изменитесь. Когда уже то, что раньше ранило вас, перестанет вас ранить. Вы понимаете, прошлое не должно влиять на наше настоящее. А настоящее не должно формировать наше будущее. Не время. Я хочу сказать последнюю, может, такую фразу, ну, последнюю мысль. Жизнь Иосифа – это жизнь человека, который преодолел это разочарование. И мы увидим этот результат. Если в вашу жизнь сейчас пришло разочарование, посмотрите на это с другой стороны. Увидьте Бога, который делает в вашей жизни что-то прекрасное. Поймите, может быть, вам еще рано это. Может быть, мне еще рано и прыгать с парашютом. Ну, потому что мне всего лишь 2 годика. Ну, зачем мне это? Может, мне рано уплывать далеко за брюк, если я не умею плавать. Хорошо? Поэтому читайте Писание именно в таком плане, как наслаждаясь будущим. Знаете, что Бог уже сказал, что побеждающим дам исследовать все. А кто побеждает? Ну, Писание четко говорит, они победили его чем? Словом свидетельства и кровью Агнца. Все уже совершилось. На Голгофе он сказал, свершилось. Поэтому, если приходит разочарование в вашу жизнь, как писал апостол Павел, примите это как? С радостью. Примите, конечно, если надо, немножко огорчившись. Хорошо? Я верю, что после этих слов в мою жизнь первым будет испытание. Потому что я заметил, что вот когда ты здесь стоишь и что-то говоришь туда, оно первым приходит к тебе. Я прошу Господа, чтобы Он благословил нас и дал нам силы проходить наши поприще, проходить нам через все то, что нам надо пройти, чтобы наш характер стал характером Христова, характером Машиаха, характером Мессии. Я прошу, чтобы Господь дал нам радость. Радость, когда нам грустно, и дал нам силы, когда у нас нет силы. Смотрите на жизнь Иосифа.